Праздник 1 сентября всегда остается незабываемым, радостным и в то же время волнующим. Сказочные герои Озорной Буратино и красавица Мальвина пригласили ребят в путешествие по стране взросления. Заглянули в гости Буковка и Карлсон, перепутав новый учебный год с Новым годом. На празднике царила задорная и веселая атмосфера. Дети пели, танцевали, читали стихи о детском саде, участвовали в конкурсах. После праздника на улице детей ждал настоящий сюрприз. Большая пожарная машина. Педагогами и представителями пожарной службы была организована ознакомительная экскурсия к пожарной машине. Огнеборцы провели беседу с детьми о мерах пожарной безопасности, правильном поведении в горящем помещении или лесу, о последствиях игр с огнем. Пожарные продемонстрировали детям средства пожаротушения, имеющиеся в наличии, и предоставили ребятам возможность потрогать боевую экипировку пожарного. Также сотрудниками детского сада было организовано профилактическое занятие, на котором наглядно показали, как правильно пользоваться огнетушителем. Так что этот яркий праздник надолго остался в памяти у ребят.